Sınardı dostu. Uzman Ruhlu Örmeni. Oytili fi arula, ordu Kırgızstan da canıra. Yardım edir kurulu, canı doldur salına. Gömüldü arva albıray, görkümü arttı arva. Bala doğulan kulpuna, asmanda jarkıp gün turar. Adamlar canı bakta, ah engetmenin kumkular. Olsun git ordu Kırgızstan'da, dostu tınçtık ıntımak. Canı cılda tuttuk da, çaldı baldar ısuna. Меня, меня забыли, простите, простите меня, пожалуйста. Это все тролль, тролль сбил меня с пути своим колдовством. Ребят, простим фастуна, попугай. В честь Нового года простим. Дай слово, что никогда не будешь улюганить. Обещаю! Смотри, а то в угол поставлю. Сегодня в нашем зале мой большой друг находится. Мэр нашей столицы Кулматов Кубаныч Кенешевич. Приглашаю вас на сцену! Понравился вам спектакль? Да! Честно? Да! Не обманываете? Нет! Ну, тогда мы хотим сегодня сказать, что вот эти артисты, это наш театр, Бишкекский театр, который сегодня такую прекрасную сказку вам показал. Я хочу в преддверии Нового года пожелать вам всего самого доброго, счастья, здоровья, чтобы всегда вы радовали родителей. Чтобы любили родители. И хочу, чтобы ваши мечты, вот в этот праздник Новый год, когда вы мечтаете о самом сокровенном, у каждого в душе, в каждом сердце ребенка есть, наверное, надежда. Надежда – чудо, то, что все будет хорошо. Я уверен, что все ваши мечты, они обязательно сбудутся. Чудо, оно сбудется. Нет ничего невозможного, поэтому мечтайте. Будьте счастливы и здоровы. С праздником вас! С наступающим Новым годом! Я хочу, чтобы вы все поаплодировали нашим артистам, таким же детям, как вы, которые вам сегодня такой прекрасный спектакль предоставили. Ну, что за Новый год? Так пусть серебряных иголков волшебной сказкой к нам придет на зимний праздник чудо-елка. Ура! Я тебя люблю.
Диана.